Ассаламу алейкум, верзлай, и приветствую всех на нашем канале. Сегодня я буду демонстрировать фурию, что добавили разрабы после глобального удаления. Сейчас мы крафтим верстак и улучшим его до третьего уровня, так как фурию можно крафтить рядом с третьим верстаком. Многие пишут, что фурия, роза, вечеринка, каликоптер, дельтаплан, все по-разному ее называют. А я буду говорить фурию, чтобы всем было понятно, о чем имею в виду. Так вот, многие пишут, что он вообще невыгодный, что он багрится, лагает, топливо жрет много и так далее. Так вот, что я хочу сказать о нем. Лично мое мнение, лично по мне, он очень даже выгодный. Например, с помощью него можно взлететь на крышу и взрывать базы изнутри забора. Или с крыши здания, если, конечно, там нету турели на крыше, иначе не заборовать будет. Итак, есть два способа использования фурии. С топливом и без топлива. Я вам сейчас покажу с топливом. И покажу вам эти два вида запуска фурии. Так, заправим сначала. Потом снаряжение. Первое – это построить вышку и при прыжке дважды нажать на тот же самый прыжок, и этим раскроется ваш коликоптер. И вы сможете взлететь, лететь. И как видите, у меня вообще не лагает, не багрится, как многие пишут. Может быть, у вас интернет плохой, лично я без понятия, почему он у вас лагает, а у меня нет. Итак, покажу вам второй вид запуска фурии. Вы просто стоите или бежите и удерживаете кнопку прыжок, и затем вы взлетите, а потом автоматически раскроется ваш коликоптер. После использования сразу же вы не сможете его запустить, потому что там есть интервал 10 секунд. Через 10 секунд сможете второй раз его запустить. Как вы видите, я лечу и не лагаю. Не знаю, почему у вас лагает. У меня, собственно, вообще не лагает, что меня и радует. Если вы не заправите его топливом, то не сможете взлететь, то есть с места взлететь и раскрывать его не сможете. А если подниметесь на высоту, то, конечно же, можно использовать его, как я показал в начале. Итак, сейчас построим вышку и попытаемся с вами раскрыть фурию без топлива. Ну, как вы сами видите, фурии нет топлива, но я лечу без лагов, без проблем, не зависает. Все отлично работает. Вот почему у вас не работает, это я не знаю. Может быть, у вас интернет плохой. Кто знает. Лично я без понятия. Если тебе понравилось наше видео, не забудь поставить лайк и оставить комментарий под этим видео. И не забудь подписаться на наш канал. И в конце видео хотелось бы ответить на вопрос, который задают мне все. Почему у меня канал называется Bors Games? Bors — это волк, в переводе с чеченского языка это символ чеченского народа. Ну а я прощаюсь с вами. Всем пока. Ждите новых выпусков. С вами был Bors.